На территории семинарии влетела красная машина. Toyota Prius, что ли? Впрочем, я не разбираюсь. Из открытого окна высунулась голова девушки. Это монастырь? Я хочу сдаться в монастырь. Нет, это семинария, институт для будущих священников, монастырь на Ушакова. Я хочу зайти и помолиться. Простите, пожалуйста, это учебное заведение. То есть вы меня не пускаете? Голова повысила тон. Вы можете зайти, но вряд ли для вас тут что-то есть. То есть я войду, а мне скажут, что для меня тут ничего нет? В голосе головы звучала претензия. Вам вряд ли что-то скажут, но... А вы тут что делаете? Я видела, вы на такси приехали. С чего бы вдруг? Претензия переросла в хамство. Я преподаю тут, опаздываю. Как глупо. Зачем я оправдываюсь? На территорию въезжает джип, и голова переходит почти в ультразвук. «А это что тут у вас?» Что-то меня заставило наклониться к ней и спросить. «Что у вас случилось?» От головы существенно несло алкоголем. «Меня сюда отец привел. Это не случайно. Мне крест надо. А вы...» — голос девушки задрожал. Я наклонилась еще и увидела открытую бутылку пива рядом с коробкой передач. «Просто так люди за руль с пивом не садятся». И я переспросила. «У вас что у вас случилось?» Она заплакала, ужасно некрасиво, шмыгая раскрасневшимся носом, с которого капали слезы прямо в декольте ядовито-розовой футболки. «Меня отец оставил месяц назад. Он так внезапно умер. Я не ждала. Я только пью. Все время пью и гоняю на машине пьяная, пока не остановили». Она рыдала все горше. «Простите меня, пожалуйста. Мне так плохо. Может, хоть в церкви станет полегче? Простите». «Ничего. Поплачьте. Как вас зовут?» «Мария. Не сердитесь на меня». «Не буду». Я совсем уже беспардонно стала гладить ее по плечу. «Как отца звали?» «Николай». «Почему он меня бросил? Мой папа, почему?» «Мария. Вон, видите, церковь голубенькая. Там икона Божией Матери. Она утешает всех, кого родители покинули. Подойдите к ней, поговорите. Может быть, вам станет легче?» Мария плакала уже без истерических интонаций. «Я пойду лекцию читать. А вы сейчас пойдите в храм и постарайтесь больше не пить, хорошо? Это же опасно. Ваш папа не хотел бы, чтобы вы погибли из-за дурацкого пива. Спасибо вам. Не обижайтесь на меня». Красная машина аккуратно встала на стоянку. Я пошла в семинарию. На ступеньках оглянулась. Мария выходила из машины и тихо шла в храм, попутно, неэстетично сморкаясь в салфетку. «Не сердитесь на людей. Они хорошие, только несчастные». Автор Елизавета Сенчукова.